Всем привет, ребятки! И, наверное, у всех есть канал на ТикТоке. Некоторые видят, вот, например, захожу в ютубчик. Смотрю свои подписчики. Вот, например, Оли Кекс. Пожалуйста. И вы видите, как он играет в маске ТикТок. Кто-то знает, как делать... как маски на свое лицо. Но кто-то спрашивает, как делать такие маски. Я сегодня вам покажу. Заходим в ТикТок. Только главное, чтобы он у вас был регистрирован. Заходим в ваш канал, в профиль. А, нет. Короче, заходим на эту лупку. И пишем, то есть, маски паркур, например. Вы находите любой видео, например. Ты знал, что с этой... Какой? Например, вот это вот. Заходите вот сюда вот. И нажимаете «Использовать эффект». И все, вы нажимаете на 60 секунд, на любое время, которое вы хотите. И можете играть в эту игру. Нажимаете и можете играть в эту игру. Но, конечно, если вы не включите звук, то есть, смотрите. Видите? То есть, как бы и надо включить музыку. Вот заходите в музыку потом. Вот. Мне звук. И выбираете любую песню, которая вам нравится. Стандартную. Любую. Короче, какая вам нравится. И вы можете снимать ролики. Как, короче, вы играете в игру и снимаете. Вот и все. Вот и весь прикол. Я, конечно, уже это сделал. Вот, покажу. Сейчас покажу. Я три ролика снял. Вот, первый ролик. Покажу. Я это все снимал. Окей, это был мой первый раз. Я немножко не разобрался, но как бы... И последний ролик был самый эпичный. Вот второй ролик. Давай. Ну не паркуется. Эту игру не прошел еще. Тут я уже разобрался немного. И третий ролик самый эпичный. Я это все спонсировал, песню выбрал. Как оно будет двигаться, с какой скоростью. Вот. Еще раз посмотрим. Мне не получается сначала. Ну как раз к музыке подходит момент. И... Блищ! Я просто ору от того, что я и выиграл. И, то есть, в музыку вписался. И вот, короче, я показала вам все, как здесь работает. Всем пока.